Теперь о том, какая погода ожидает жителей Центральной России в выходные. В продолжении сегодняшнего дня, который, кстати, стал самым теплым в этом месяце, неласковый июль еще порадует нас. Завтра около 26 градусов, в воскресенье чуть прохладнее, и к вечеру столбики термометров пойдут на понижение. Как обещают синоптики, нас ждет резкий температурный перепад. В ночь с воскресенья на понедельник уже 12 градусов, но и почти всю следующую неделю температура будет держаться в районе отметки плюс 15. С плотными облаками, дождями, порывистым ветром.